Я просто не люблю опаздывать. Очень неприятное ощущение. Я заметил, что когда я опаздываю, я ничего не могу делать. Я просто сижу и опаздываю. Это тупые действия совершаю, знаете, пытаюсь секунду времени сэкономить. Подхожу к дверям в метро вот так вплотную. Сейчас откроется, сразу выйду. Что-то я бегу по эскалатору. Две ступеньки, как правило, знаете... Когда бежишь такой, я опаздываю, но не настолько, блядь, конечно, чтобы умирать прямо здесь. В итоге просто одного человека обогнал. Да, я вообще не знаю, как люди опаздывают в наше время, если честно. Ну, вот что я делаю, когда мне нужно куда-то ехать. Я смотрю в интернете с помощью карт, сколько ехать. И за это время выхожу из дома. Вуаля! И я на месте вовремя. Я не знаю, что все остальные делают. У меня еще ощущение, что все остальные люди просто сидят дома и такие... Бля, сейчас, наверное. Ну, видимо, сейчас, да, когда еще? Сколько там ехать? 2 часа? Ебать, я думал, 6 минут. Я думал, это здесь. А это там? Не знал. Ну, вся информация есть сейчас в интернете. Сколько ехать, на чем ехать, пробки, все указывается. Люди все равно продолжают опаздывать. И я понял, почему. Потому что им похуй. Ну, это я их жду, если что. Они даже не знают, что опаздывают. Они приезжают, я такой, ты опоздал. Он такой, а мы во сколько договаривались? Это я стою 20 минут у метро один. Займитесь этим как? Попробуйте. Ну, пойдите к метро и встаньте один. И стойте один. Вы через минуту охуеете. И еще 19. Стойте вот так. Просто вот так, один. Да, и все эти люди, которые опаздывают, они всегда говорят, вот бы телепорт изобрели. Заметили? Они прям ждут, чтобы телепорт изобрели. Они прям такие, блин, изобретут телепорт, будет так круто. Я, кстати, уверен, что когда изобретут телепорт, вот все эти люди, которые опаздывали, они продолжат опаздывать. Но на телепорте в этот раз. Будут телепортироваться на полчаса позже и такие, блин, не мог в квартире телепорт найти, прикинь. Не мог найти, нашел, а он разряжен, блядь. Что, заряжать его, быстрее бы беспроводной телепорт изобрели. Я тогда не буду опаздывать. Да, никто не опаздывает с достоинством, кстати, я заметил. Меня это бесит. Никто никогда не, почему-то не может опоздать честно. Никто мне никогда не пишет, привет, буду через 72 минуты, я еблан. Нет, так никто не делает. Вот что делает мой среднестатистический друг. Он пишет мне, привет, буду через 15 минут. Проходит 15 минут, он пишет, буду через 10 минут. Проходит 10 минут, он пишет, буду через 5 минут. Проходит 5 минут, он пишет, буду через 2 минуты. Проходит 2 минуты, он пишет, буду через 1 минуту. Проходит 1 минута, он пишет, меня не будет.